Дядь Боря, бегу. Привет. Еле добежал. Мы 100 метров заняли со своими удочками. Я пока добежал до вас. Уже ноги болят. Фу. Да? Ну что, есть рыб? Сейчас посмотрим. Вроде есть. А вас грузило просто тяжелое, наверное. И вы сколько горошин? 10 горошин ставите? На черви ловлю я. А-а-а. Сколько червей ставите? О, вот это утро, хорошее начало, да? Смотрите, как живой, да? Здесь буря? Тут говорят, что мы рыбу на крючок цепляем, воду закидываем, потом снимаем. Это правда? Да. А рыбу где берете? На привозе? Да. Почем карп сейчас? Сева. А. Сева много вопрос задаешь. Я любознательный. Ой, победитель идет, смотрите. Улыбочка уже. Да мне почини. Да, вот смотрите, на 3 червя, видите? Вот так вот. Чё ты врёшь? Дядь Боря. 3 горошина. Эта рыба не считается. Почему? Верхняя губа не катит, надо нижняя. Не это верхняя. Это не классика. Это средний. Да? В середине. А, ну посередине, ладно. Ну как у вас ощущения с утра? Проснулись? Да. Все, целуем? Еще рано целоваться. Как рано? Ну хорошо, ладно, посмотрим. Я посмотрю. Домой следишь? А то вы меня только заставляете все время. Следишь со мной? Давай. Ну все, давайте ты встретим. Ты домой идешь, хватит уже. Еще Дело. Чуть-чуть, подождите. Я хочу посмотреть, куда вы рыбу денете. Вы в лодку несете, да? Нет. В лодку несете сразу. А, ну мой садочек, да, давайте, давайте. Ай, молодец. Не твой садочек, я его пускаю. Все, спасибо.